Мир вам, дорогие слушатели! Ансамбль «Небесный луч» предлагает прослушать музыкальную программу «Будьте счастливы». Мы желаем вместе с вами найти ответы на вопросы, волнующие многих людей. Что такое настоящее счастье? Возможно ли оно? Где находится источник счастья? Ведь мы с вами имеем право быть счастливыми. Какое счастье быть детем твоим, Спаситель мой, к тебе душа стремится. Я наслаждаюсь здесь с тобой одним, желая потесней соединиться. Прекрасней ничего не может быть. Для меня дороже всех жемчужин. Ничто не в состоянии затмить твоей любви, лишь ты один мне нужен. С тобой и ночью, словно днем светло, не страшны бури, трудности и грозы. Ты излучаешь ласку и тепло, и каждый раз согреешь и поможешь. Прекрасней ничего не может быть. Ты для меня дороже всех жемчужин. Ничто не в состоянии затмить твоей любви, лишь ты один мне нужен. Жизни путь, я знаю, и
Иисус, что Ты со мною, и скоро дашь на небе отдохнуть. Для этого терпеть и верить стоит. Прекрасней ничего не может быть. Ты для меня дороже всех жемчужин. Ничто не в состоянии затмить твоей любви, лишь ты один мне нужен, лишь ты один мне нужен. Иисус, ты мой лучший друг, ты так близко, когда мне трудно, когда сердце заноет вдруг, ты один утешитель.
все во всем. Вот кем я стану для твоей души. Я твой создатель и искупитель твой. Лишь со мной ты будешь счастлив, поспеши домой. Все потому, что дорог для всей душой любить. Распахну я пред тобой чудесный светлый мир, лишь бы ты мне ныне мир своей души открыл. Все быть счастливым желает каждый человек. И хотя понятие счастья у всех разное, важно не запутаться в поисках, а найти правильный путь, ведущий к источнику. Не всегда материальный достаток или высокое положение в обществе дает полное удовлетворение в сердце человека. Разочаровавшись в земных ценностях, начинаешь понимать, есть более важные и постоянные ценности – это ценности души. На страницах Библии записана молитва, где Иисус Христос учит людей обращаться к Богу как к Отцу. Начинается она словами: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Детей, лишенных родительской ласки и любви, никто не сможет назвать счастливыми. Если Бог не является для человека отцом, его тоже можно назвать сиротой. Душа страдает от одиночества, и никакие земные блага не смогут заполнить эту пустоту. Господь желает быть для всех людей отцом и другом,
который готов всегда быть рядом. Душе покоя нет, если бури вас опустошили, значит, сердцу нужен Божий свет, надо, чтоб вы Библию открыли со страниц.
священных говорит. Сам Господь, всесильный Царь вселенной, ваше чтение Он благословит и наполнит душу непременно. Ценности ее Бог откроет вам в богослужение. С Библией в руках встречайте дни, с Библией в руках и провожайте, чтобы быть небесному сраду. Слово Божьим пропитайте со страниц священных, говорит сам Господь, всесильный Царь вселенной, ваше чтение Он благословит и наполнит. Войду
взор поднимаю к лазурному небу, светлой надеждою сердце горит. В жизни земной этой, где бы я ни был, нежно со мною Иисус говорит. Сердцем с тобою ты вечный ночи, мне улететь несу я тебе и печаль, радость несу я тебе и печаль. Ввысь устремляюсь я всею душою, дивная радость на небе покой. Мой искупитель, всюду со мною, славный, мудрый Иисус дорогой. Сердцем с тобою ты вечный лучший, мне улететь бы в бескрайнюю даль. Ты самый верный мой друг, радость несу я тебе и как нам увидеть любовь Божию? Чтобы объяснить человеку, как сильно Бог любит его, Библия часто сравнивает эту любовь с материнской. На земле нет выше и бескорыстней любви. Мы можем занимать разное положение в обществе, и от этого зависит отношение людей к нам. Они могут смотреть на нас с уважением или презрением, признать превосходство или питать ненависть. Но не так мама. Для нее не важно, кем является ее сын или дочь, имеет ли ученую степень или простой работяга, уважаемый человек или преступник. Мама любит во всякое время. Бог также любит, несмотря ни на что. Как часто мы с вами не ценим этого, как часто мы не ценим отношение Бога к нам, Его милость и заботу, Его любовь безграничную. Ведь ради нашего блага и спасения Бог отдал самое дорогое –
самое родное, единственного Сына Иисуса Христа, который стал жертвой за нас грешных для искупления нашей бессмертной души. Вспоминаю я ту золотую весну, юность светлую, дни незабвенные. Вспоминаю я маму родную свою, ее руки и волосы светлые. Мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь и все в жизни своей, бережешь ты для нас непослушных. Твои руки уже от работы дрожат, и походка уж стала не твердая, и глаза твои многое мне говорят о бессонных ночах проведенных. Знаю, мама моя, что тебе нелегко, ты растишь сыновей, ты растишь дочерей, отдаешь им любовь и все в жизни своей, бережешь ты для нас непослушных. Тоже когда-то была молодой, помнишь, мама, сама все, наверное. Путь нелегкий был пройден, родная, тобой. Испытала ты много, конечно. Знаю, мама моя, тебе нелегко,
Божьим любовь, и все в жизни своей бережешь ты для нас, непослушных детей. Знаю, мама моя, что тебе нелегко. Бережешь ты для нас непослушных жизнь рассчитывать не вправе, смерть не раз меня к себе звала. Чем же мне, Господь, тебя прославить за твои чудесные дела? Чем воздать всегда перед тобой в долгу прихожу к тебе я с покаянием. Это все, что сделать я могу. Ты провел через огонь и воду, и хотя укрывал меня от непогоды, от врагов меня оберегал. Чем воздать мне за твои даяния? Я всегда перед тобой в долгу. С тобою сиротою не был, от меня ты, Отче, недалек. Под твоим голубоглазым небом ты мне дал спокойный уголок. Чем воздать мне за твои даяния? Я всегда перед тобой в долгу. Прихожу к тебе я с покаянием. Это все, что сделать я могу. Это все, что сделать
ведь я могу. Сгущаются серые тучи, и с неба льёт дождь проливной. В лицо хлещет ветер колючий. Найдешь ли ты в жизни покой? А время летит очень быстро. Сумеешь ли счастье найти? Жизнь, вспыхнув, погаснет, как искры, оставив лишь только следы. Вся жизнь без Иисуса напрасна. Все тщетны земные в грехах, без него жить опасно. Ты в небо свой взор устреми, а время летит очень быстро. Сумеешь ли счастье найти? Иди узкой верной тропою, лишь Бог даст желанный покой. Он будет всегда над тобою светить путеводной звездой. А время летит очень быстро. Родного сына для тебя, за тебя Иисус страданий чашу выпил, за тебя. А теперь он отцу молился в крестных муках, а тебе, от тебя. До сих пор с любовью ждет ответа от тебя. Неужели Бога?
тень, что уклоняется, и мы летим. Прошлое незаметно удаляется, и вместе с ним жизнь и цвет. Он как листья осыпается и тает след для Христа. Может, что-нибудь останется, может, нет. Закаты растет неумолимо их число. Господь сказал, что Он придет внезапно. Я жду Его, я жду Его. Проходит жизнь в надежде на свидание. И не беда, что это тяжело. Я верю очень, верю в обещание. Я жду Его, я жду Его. Я жду Его. Я жду. Земная боль, земное бытие, в нем все аккорды отдаются эхом. Я жду Его, я жду Его. А годы — это радость,
радости и потери, в которых только с Господом легко. Как хорошо, что Он уже у двери, я жду Его. Читая Евангелие, которое есть письмо любви Бога к человеку, открывается очень важная истина. Счастлив человек может быть только с Богом. Причиной всех страданий человека является грех. Последствия от него очень страшные. Это разбитые судьбы, слезы, горе и вечная погибель. Грех разделил творение от Творца, далеко увел человека от Бога. В таком положении никто не может быть счастливым. Но любящий Господь предлагает выход. В Священном Писании трижды написаны слова: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Призвать имя Господне значит пригласить Его в свою жизнь, чтобы иметь с Ним добрые взаимоотношения. В Евангелии от Матфея, в 11 главе 28 стихе, Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но как быть, если мешает чувство вины? И здесь нам на помощь приходит любовь Божья. Ведь Он – Отец, который готов простить нас, который заинтересован в том, чтобы мы были счастливы даже больше нас, потому что Бог – это источник счастья. О себе Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Мы очень нуждаемся в Его милости, но осознаем ли мы это до глубины души? Итак, мы вправе сами выбирать. Дорогие друзья, мы желаем вам Божьих благословений, мира в семьях и покоя в сердце. Примите любовь Божью и будьте счастливы.